Приветствую всех, с вами Борис Маркелов, и я сегодня хотел бы рассказать об одной вещи, которая называется суперкопилка. Да, именно о таком проекте. Это интернет-проект, это улучшенная касса взаимопомощи, и в улучшенную кассу взаимопомощи я зашел в конце октября 2019 года. Не верил сначала, зашел, чтобы проверить, работает, не работает, как там дела обстоят. Посмотрел отзывы. Отзывы разные, разнообразные. Но так как я практик, я решил все-таки проверить. И видео называется «Суперкопилка. Время с пользой». Да, я провел время с пользой. Я записал много видеоконтента за это время. Моя команда разрослась. Сейчас, по-моему, до 600 человек. Это именно те люди, которые искали заработок в интернете, искали, как приумножить, сохранить свои деньги, приумножить и увеличить свои деньги. И немногие остались. Вот те, кто остались, они сейчас на пассивном доходе, они сделали свою закольцовку. И суперкопилка продолжает развиваться. В этом году, 13 мая, суперкопилке исполнилось 8 лет, с чем я сердечно поздравляю нашу дорогую, уважаемую суперкопилку. И хочу сказать огромное спасибо за взаимное финансирование. Что такое суперкопилка, если простыми словами? Суперкопилка – это улучшенная касса взаимопомощи. Это то место, где люди помогают друг другу жить лучше. Поэтому, ребят, суперкопилка, время в суперкопилке, время, проведенное с пользой. Не тратьте ни одной секунды на сомнения. Просто ищите информацию о суперкопилке и подключайтесь к ней. А я вам уже гарантирую, что буквально в короткие сроки вы выйдете на свой пассивный доход, будете благодарить меня, будете благодарить именно вот тот момент, когда вы увидели это видео. На этом я заканчиваю. Всем огромный привет. А ссылка будет где-то там под видео. Ищите. Всем привет.